В Люберцах состоялась конференция регионального отделения Росмолспорта Московской области. Представители общественной организации рассказали о проделанной работе, а также утвердили план мероприятий на этот год. На встрече побывали мои коллеги. Главной темой повестки конференции стало избрание нового руководителя. На протяжении 6 лет подмосковный Росмолспорт возглавляет люберчанин Сергей Агаджанян. В этом году срок полномочий председателя общественной организации истекает. Переизбираться на новый спортсмен не захотел. Цели и задачи, я подчеркну, спортивно-патриотической организации – это вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, спортивно-здоровый образ жизни и популяризация всех видов спорта. Хотел бы подчеркнуть всех, поскольку часто меня знают по экстриму, и в том числе поэтому я не хочу переизбираться, чтобы не было путаницы. Человек, который должен возглавлять такую мультиспортивную организацию, должен быть беспристрастным, и у него не должно быть оттенка какого-то ярко выраженного вида спорта. И такой человек есть. Действующего секретаря Росмолспорта Московской области Павла Шарапова выбрали новым председателем. А Сергей Агаджанян остался в качестве члена правления. Впереди реализация важного проекта – расширение спортивно-патриотической организации до нового уровня. Мы предложим на базе подмосковного Росмолспорта создать всероссийскую либо межрегиональную организацию спортивное объединение молодежи. Это все будет зависеть от того, сколько регионов захотят присоединиться. На текущий момент есть 5 регионов, что дает уже возможность стать организацией межрегиональной, вести проекты интересные. Росмолспорт – одна из самых крупных спортивно-патриотических организаций центральной части России. В одной только Московской области она насчитывает более 5000 сторонников. Подавляющее большинство из них – жители городского округа Люберцы, по праву признанного территорией спорта. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.